Ужасающий разгром Сток-Сити в премьер-лиге, первое поражение у Уимблдона в чемпионшипе и укрепление преимущества Брэндфорда в первой лиге. Все то, чем запомнилась Англия в седьмом туре. Поехали. Что ж, друзья, возвращается футбол, возвращается Англия после достаточно длительного майского перерыва. И сегодня у меня в гостях представители команды Тоттенхэм. Это Павел Шимановский, Вито. Здравствуйте, ребят. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам. Парни, буквально пару слов о том, как провели свои, так сказать, каникулы с точки зрения футбола. Команда тренировалась или отдыхала в основном? Футбол отсутствовал в нашей футбол команде. Футбол отсутствовал. Как? А тогда вечером? Уикенд-лигу мы же проходили. Ну, FIFA вот, ребята. А, вот этот турнир. Все остальное у нас. С пивом и джойстиками. В принципе, у нас и сейчас футбол отсутствует, но в празднике было еще хуже. Ну и тем не менее, матч-то вы выиграли. Окей, давайте переходить тогда непосредственно к матчам. Их было сыграно за эти выходные великое множество. Достаточно большое количество обзоров у нас также присутствует. И, собственно, первый матч, который... Я хотел бы с вами посмотреть. Это матч команд Ковентри-Уотфорд. Счет в матче 4-2. Победа Ковентри. Давайте смотреть, что происходило на поле. Итак, Ковентри-Уотфорд. Паш, вопрос к тебе сразу. Вот по Уотфорду, ну и, соответственно, да, впоследствии по Ковентри. Вы же с ними, по-моему, еще не встречались, правильно? С Уотфордом в этом сезоне нет. С Уотфордом, да-да-да. В этом сезоне нет, но могу сказать по прошлому сезону. Командочка, которая там, по-моему, она вроде как вылетела, а потом ее все-таки оставили в премьер-лиге. Посредством чего? Ну, потому что обыграл ее кто? Оксфорд обыграл, нет? Или наоборот? Как называется команда? Оксфорд обыграл Уотфорд. Ну, вот, да, все правильно. Мы же готовились. Вот, но я хотел сказать просто то, что... Команда на самом деле неплохая, и она в прошлом сезоне не раз это показывала, но я думал, что они в этом сезоне усилятся и будут показывать футбол еще более такой хороший, но что-то все опять не очень хорошо. Да, но зато немного им лучше идут, да нет, все-таки лучше идут дела у Ковентри, вот, собственно, вот он, вонючий. Десяточка, да, забивает второй мяч. Можно по этому парню отдельно пройтись? Да нужно, Вит, я бы сказал. Вот на фоне всей команды, именно Ваня, да, его зовут, десятый номер, вот да. По-моему, да. Слабее остальных на голову. Прям на голову? Блин, на 11-й в порядке, в полном. Он свое дело делает, понимаешь, забивает. Я сам нападающий, я знаю, как это. Мне кажется, у него есть что-то, вот в чем он реально силен. И, может быть, футбол не его, но... Подожди, а что, в чем он? Где парню себя искать? Может быть, в рэпе, я не знаю. В рэпе? Я не знаю, но футбол это вообще... Куда? Чего вот это? Что ты делаешь? Скинул просто, да. Да. А вот, кстати, посмотрите, обратите внимание, момент. Ну, сложно, наверное, судить, но был пенальти здесь? Был фол здесь, да, скажем? Фол был, конечно. Я его из мытища увидел, конечно. Из мытища увидел. А вот здесь гола нет, кстати, смотрел я. Ну, вот это, кстати, желтое. Это желтое, все правильно. Все правильно. Кстати, по-моему, судит Николай Капустин. Это очень хороший человек. Да, вообще, когда он судит Тоттенхэм, вопросов никаких нет к нему. Да, здоровья тебе, Коль. Именно по Тоттенхэму. Хорошо, Вит, ну а вот скажи, по Ковентри вообще прошло уже 7 туров, наверняка можно было успеть там, приглядеться к команде. Какие у нее перспективы, ведь команда играет в задорный футбол. Ну ты высказался уже по десятке, да не, а в целом по игре. Я знаю команду, хороший парень, но я уже говорил им то, что восьмерки должны быть, я думаю. Ну так. Восьмерочка. Восьмое, ну, шестое, восьмое место, короче. Вот ну да, согласен. Я не думаю, что повыше они пока могут быть. Потому что мы уже говорили до эфира о том, что зависит сильно от приезда каких-то там игроков и так далее. Но не футбольных. В основной массе. Футбольных, получается так. Ну, пойми, я понимаешь, я дух команды. Но 11-й вон спиной забивает, получается. Он также дух просто, он должен вселять уверенность в ребят, а не играть в футбол на баночке, просто сидеть и аккуратно. Да не, на самом деле у Ковентри команда хорошая. Вот, просто им, я думаю, они все-таки обновились в этом сезоне, им не хватает такой сыгранности, но... Надо продолжать, да? Да, можно продолжать. Нет, но все, свое дело они знают. И то есть соперники, как бы у них были игры, там вот я помню, они Вулверхэмптон обыгрывали. Ну, про нашу игру я ничего не скажу. Они там что-то расслабились немного. А так они с середняками играют очень даже здорово. Нужно им продолжать в том же духе, и все будет хорошо про у них. Про нашу игру это что, когда катком проехали по Ковентри?
Да, про это? Да, конечно. Какой же еще? Но и тем не менее, Коинтри играет задорный футбол, занимает после этого тура 7-е место, имея в активе 12 очков. И мне кажется, что, в принципе, это восьмерки они уже сейчас. На мой взгляд, они могут подняться и выше. Как думаешь, Вит? Ну, я бы поставил на Фонбете такую ставочку, что если бы она была, что восьмерки будут, да. Премьер-лиги Коинтри. Ну, конечно. Отлично. Ну, посмотрим, зайдет ли она или нет. Давайте тогда двигаться дальше. На очереди у нас центральный матч этих выходных, этого уикенда. Ребят, наши пацаны знакомые. Точно? Наш коллективчик. Ваши 100%. Стоят. Итак, матч Тоттенхэм-Халл-Сити. Сейчас у нас, собственно, пойдет уже видеоряд, обзор этого матча. Мы с вами обязательно посмотрим. Но, собственно, вот до игры. Вообще, ведь Халл – это ваш конкурент основной? Да, или, один из… Я даже сказал, самый основной. Вот относительно Ливерпуля, вот если сравнить Ливерпуль и Халл, для вас команда одного уровня? Нет. Ну, на самом деле, для нас Ливерпуль – это такой соперник более серьезный, чем Халл, потому что с Халлом у нас всегда были такие дружеские отношения. Вот, а Ливерпуль, он, как мы тоже знаем этих ребят, но как-то вот в прошлом сезоне, получается, мы один раз у них выиграли, они один раз у нас, и вот сейчас в этом сезоне они еще усилились очень так неплохо. И сейчас Ливерпуль, вот, наверное, первая команда, которая в погоне за Манчестером в плане игроков. Да, поэтому... Ну, Ливерпуль и вы, собственно, составляете им также компанию. Окей, давайте тогда уже непосредственно переходить к обзору и наблюдать, что происходило на поле. Итак, друзья, мне кажется, я вообще имею полное это право сейчас вам передать слово. Кто прошел? Это просто человек. Судья так, это был, насколько вот я понимаю. Ну, просто Ваня Колпаков, который у нас играет всегда защитник, в этом матче вынужден был играть в полузащите на краю слева и просто сыграл как настоящий хав, да, принял мяч. Да, собственно, открыл счет в этом матче. Ну, я так понимаю, вы, собственно, пошли... Школа Эмполи, пацаны, что... Школа Эмполи. Конечно. Да. Серьезная школа. Пошли в атаку, но вот Халл по ведь первым этим уже моментам... Уже второй тайм? То есть один момент в первом тайме был? Да, мы обязательно поговорим еще о монтаже и количестве снятого, вошедшего в обзор в этом матче. А вот уже первый, смотри. Но это чуть позже, да. Здесь вот шикарно просто прокомментировать. Можно нам... А можно вот этот момент еще... Филигранный. Смотреть на него. Великолепный просто. Как он так исхитрился рукой-то выбить его? Все равно, и главное, не в ворота. У него брали интервью после матча, он сказал, что это опыт, а я думаю, что это реально что-то космическое, поэтому обошлось самое главное. Но и тем не менее, Халл сопротивлялся, Халл пытался показать то, что он умеет, но вот, собственно, вот эта контратака, остался один нападающий и, соответственно, гол, пустые ворота, можно сказать, да. Не увидим мы, к сожалению, гола Халла в этом обзоре. Но поэтому я предлагаю в большей степени как раз поговорить вот про вашу команду. Реальным было даже вот при таком счете, при такой игре, Паш, да, тебе вопрос, Халлу было что-то тут противопоставить? Или вот игра складывалась так, как называется, без шансов? Не-не-не, конечно, не без шансов. Во-первых, начнем с того, что Халл-Сити второй тайм играл ослабленным составом. Вот, это было понятно еще до игры, можно сказать. Мы разговаривали с Максом Исаевым об этом. А что случилось? Почему? Ну, у них там, видимо, еще была какая-то игра, и поэтому им нужно было уехать. Не-не-не, там они первый тайм играли. То есть сильные игроки, которые у них были, они играли первый тайм. И первый тайм, действительно, я считаю, что был все-таки за ними, потому что они мяч контролировали, у них были моменты. Вот. Но мы забили в начале. Также, на самом деле, у нас тоже было много ударов, но в обзоре их почему-то не показали, там было несколько штанг у нас. Вот. А Халл-Сити забил свой гол, рабочий причем гол, вот. Сравняли под концовку тайма. Ну а во втором, вот я повторюсь, то, что у них, по-моему, два или три игрока уехало, которые основные, вот, которые у них, в принципе, делают всю игру. И, в принципе, я ребятам сказал, что нужно дожимать. Потому что такой Халл мы должны были обыгрывать, если мы хотим на что-то претендовать. В принципе, мы это сделали. Да, ну я думаю, Витя согласен, да, вот совсем. Да, он хотел пожурить Халл, но... Не-не-не, Халл нормально. Не, Халл в любом случае, даже с тем составом, который у них был во втором тайме, они, смотрятся намного интереснее, чем остальные команды, да, которые есть у нас в лиге, но... Как бы мы все-таки Тоттенхэм, поэтому надо было доказывать. Да, у вас равное количество очков с Ливерпулем после этого тура по 18. У Ливерпуля с нами. У
у Ливерпуля с вами. Да, это важная, на самом деле, помарка такая. По 18 очков, и получается, что 3 очка отставания от Манчестер Юнайтед, вполне себе отыгрываемый разрыв. Окей, идем дальше. Следующий матч, который у нас предстоит к разбору, это матч команд Сандерленд-Арсенал. Ну и, собственно, давайте смотреть, что происходило на поле. Итак, Сандерленд-Арсенал. А-та-та видеооператору, который не включил как гол Хала, так и неполный обзор этого матча. Ну, давайте смотреть то, что у нас происходило. Арсенал забивает гол, во многом благодаря усилиям, стараниям Максима Симонова. Феномен это просто. Смотри, что он сделал. Смотри, принял. Технично. Смотри, как он принял на развороте. Ушел, шаг сделал. Отдал. И здесь как... эту песню, когда вот он плывет, короче, там в космос летает. Поняли? Шутер Старс. Там пацан отправился тоже за пирожком. Да, но слушайте, вот Сандерленд, я думаю, что немного людей могли поставить на разгром Сандерленда в этом матче. Вид, как ты думаешь? Ну вот, кстати, это хорошее. Да, вот это их гол. Видел... Шикарный будет удар сейчас. Обрати внимание. Не видел, на самом деле, Сандерленд в этом сезоне, но я уже говорил тебе, что я ставил до матча на победу Арсенал. Но не именно знаю. Ты мог предположить, не верю, такой что счет? Сандерленд будет в пятерке или в шестерке. Uh-huh. Не верю. Скорее Арсенал будет, чем Сандерленд. Ну, у них там первые матчи, которые они выиграли, и были в тройке, какие были. Ну, такие, типа... Команда попроще, с, да? Да, с нижней частью таблицы турнирной. В этом ничего такого нет. Да, но и тем не менее, даже после проигрыша Сандерленд остается выше. Да, но с более серьезными командами вот Сандерленд уже проигрывает. Подожди, еще дистанцию. У Арсенала игры с теми, кого Сандерленд уже обыграл, остались. Тем более Арсенал уже сыграл с Халл-Сити, они в ничью уже сыграли. Да, по-моему, да, с Ливерпулем они играли уже. Да, по-моему, с Ливерпулем там был матч. Кстати, Паш, ну а так, кстати, вот если по Сандерленду более-менее ясно, по Арсеналу, вот Вит сейчас говорит, если Сандерленду предстоит встретиться, вот они встретились с серьезной командой, он имеет в виду Арсенал с серьезной командой, а почему их восьмое место сейчас к седьмому туру, оно кажется тебе логичным? У Арсенала? Да, у Арсенала. Ну, для меня Арсенал... И это они поднялись сейчас после этого. Для меня Арсенал, что в прошлом сезоне, что в этом, является такой командой середнячок, которая им еще тяжело быть, ну, там, бороться даже, наверное, за семерку, вот, но и в то же время это не та команда, которая будет явным аутсайдером. И поэтому, в принципе, то, что они делают, они в каждой игре, я считаю, они отдаются. И когда у них получается, когда у них идет игра, то, в принципе, у них, ну, как бы очки они берут свои. Даже, по-моему, у них был с Миддлсброй, да, игра, они 1-0 проиграли. Да, они проиграли. И причем, по-моему, там на последней секунде, и что ли, гол был забит. Вот. А Миддлсбро, да, тоже командочка, которая очень серьезная. В принципе, Арсеналу, да. Я не думаю, что Арсенал ставит какие-то суперзадачи на сезон, там, быть в тройке или быть в пятерке, но они просто играют в футбол, им это нравится, и все здорово. Отлично, такой прогноз очень включающий в себя вот хорошие перспективы Арсенала. Вот если фонбейт брать, ты бы на какое место поставил? Арсенала? Да. Ну, я думаю, ну, место 8-9 где-то так. Ну, так, такое же, то есть середняковое абсолютно место, какое он занимает и сейчас. Ну, да. Окей, посмотрим за их прогрессом, за их движением по турнирной таблице. Мы же будем двигаться дальше. Вулверхэмптон, Сток-Сити. Честно, я не знаю, мне с чего начать разбор этого матча. Обзора нет, и я не знаю, есть ли смысл его смотреть, даже если он был бы. Потому что счет в этом матче 18-0. Да, это я слышал. Там, по-моему, говорят, минус 2 Сток-Сити играл. Да. Ну, 18. Ну, минус 2, тем более начнем с того, что Вулверхэмптон – это команда, феномен этого сезона, потому что… Занимающая какое 12-е место. Состав, который есть у Вулверхэмптона, он как минимум претендует на тройку, потому что это смесь прошлого Вулверхэмптона и Эвертона. Да, вот, да, да. И это команда, которая должна, ну, минимум быть в четверке. И то, что они там в начале сезона показывали, вот это, как Вита говорит, да, это не сыгранность, абсолютно верно, потому что, ну, блин, там столько игр, причем я сегодня даже смотрел таблицу, Вулверхэмптон, команда, которая за сезон пропустила меньше всего в этом сезоне пока что. Да, у них там 9 мячей, я видел. Вот, да, они все время там как-то... Чуть-чуть борьба-борьба и проигрывают. И вот, видимо, залетело все Стоку. Неважно, сколько там соперников было, это уже не проблема Вулвера, это проблема Стока прежде всего. То, что они не собрались. Конечно, вот. А Вулвер собрался, и Вулвер забил там сколько, ну, надо было. Слушай, тут минус 2 играли, а вот ты, Юра, там, вы знаете, помнишь, с этим мы играли?
в Италии, как команда. Угу. Короче, 28-0 мы выиграли. Там минус один было, а здесь минус два, поэтому, ну... С ума сойти. Но здесь, наверное, можно говорить о какой-то разноуровности да все-таки команды. Не, ну, понятно, Вулвер... не отражает, наверное, реальных... Да Вулвер наберет еще начало сезона, по сути, только и Вулвер. У них еще столько игр, что, я думаю, они там в пятерке, в шестерке, они 100% будут. Да, вероятнее всего так это и произойдет. Вопрос только, когда Вулвер действительно начнет забивать по там порционно в каждом матче, а не 18-0 укладывая в одном. А, окей, идем дальше. Борнмут-Суонси. 4-3 матч. О, Суонси. Достаточно Сибирь. Таких равных команд, которые все-таки, наверное, логично отнести к да, второй, ну, нижней части турнирной таблицы. Хотя Суонси занимает 9-е место, Борнмут 11-е. Но и тем не менее, это команды, которые будут бороться за выживание? Или это все-таки нет. Типичные середняки Суонси, типа Арсенала? Суонси, восьмерка, стабильно. Ну да, это, стабильный, наверное, это середняки. Причем, если Борнмут, возможно, являлся командой, там, которая бы больше боролась за выживание, но они в этом сезоне показали, что это именно команда, которая играет в футбол. И я там, ну, во-первых, вот они у Суонси сейчас, да, выиграли 4-3, а вспоминается прошлый их тур против нашей команды, и где Тоттенхэм мучился. Причем конкретно мучился, да. Это мы факт. Там отыгрались и забили мы победный. В том году с ними мучились. И в то... Ну да, по сути, у нас прошлые две игры. 2-1 мы, по-моему, первую выиграли. И вторую, ну, вторую там уже мы получше, конечно, сыграли. Вот. А в этом сезоне Борнмут неплохая команда. Вот они так, ну, знаете, как Арсенал. Вот. Ребята просто получают удовольствие от футбола. А но там уже при, и при всем получится. При этом могут исполнить в определенный момент. Ну, да, вот, как, например, Арсенал. Вот, исполнили. Что они, что Суонси, что Арсенал, это все команды настроения. Вот у них есть настроение, они могут обыграть всех там практически. Ну, то есть у команд нет, в принципе, проблем вот с набором состава, там, с подбором каких-то игроков, исполнителей. Просто зависит от общей организации, да. Ну, от общего, да, вот микроклимата в команде. Ну, понятно, что там исполнители слабее, чем в МЮ, там, в Ливере. Очевидно. Или у нас, или если не брать Хэмми. Таких, как я. Пацанов. Ну почему но... не брать? Да, ну, мы и не берем его, в принципе. Конечно. Он на одну игру приехал. На одну игру. Не, ну на самом деле просто в команде, как бы я не могу сказать конкретно, потому что я там внутри коллектива не знаю ничего. Вот, но если даже в команде нет явного лидера, то у них есть вот именно командный дух, борьба. И матч с нами показал, что эта команда именно вот за счет борьбы, за счет того, что они боролись до самого конца, там, защите и так далее. Вот они нам и забили. Там сколько? Они 3 мяча нам забили. Да-да-да. Вот. И, ну, я как говорил в прошлом матче, вот, ну, точнее, прошлый тур, против, когда мы с ними играли, проблема их была в том, что они сели в оборону очень низко. И им не нужно было это делать после того, как они забили третий гол. Если бы они продолжали играть так же, как они играли, они бы выиграли тот матч. Молодец. Ты может сейчас быть. Взял и спалил, как им во втором туре играть против нас. Вот да. как ты сам в это пацаны, веришь, что они могли у вас выиграть? Нужен, то... Я верю, потому что, ну, честно, там везение просто. Мы вот, тем более у нас ребята были, у нас было две замены, и они были защитники. И то есть все атакующие игроки там уже на вилах были. Угу. Вот, поэтому... Суонси, окей. Не садитесь в оборону. Суонси, Борнмут и прочие команды. Вот такой вот, наверное, прогноз. Прочие команды, о которых мы уже успели сказать. Такой прогноз от игроков Тоттенхэма вам на сезон. Середина это ваша. Ну и понятно, как стало играть против Тоттенхэма, с какой тактикой. Потому что пока только одной команде удалось переиграть шпоры. И, собственно, о ней в том числе мы сейчас и поговорим. Манчестер Юнайтед, Ньюкасл. 8-4 счет. Вита, ну если с Манчестер Юнайтед все понятно, то Ньюкасл одно очко за 7 туров. Это их уровень да вообще? Да пацаны молодые еще, там играют парни с моего двора, короче, и так далее. И то есть им потенциал просто... есть? Конечно. Но они молодые еще пока. Выросли, вот глядя на эти ноги, понимаешь, это феномены просто улиц, пацаны там. Ну в общем, они молодые, и им просто не хватает, наверное, опыта какого-то и так далее. Да. Потому что в Италии, допустим, мы играли, даже когда в разных командах, вот у нас была Удинеза, все нам говорили то, что если матч шел там 15-20 минут, мы бы выигрывали. Потому что мы выдавали отрезы 15-20 минут, там вот против них играли, сколько вели, там 6-1, да. Но потом получили мешок. Да, потому что просто не было опыта, мы не понимали, как там удержать счет и так далее. Мне кажется, то же самое у Ньюкасла. В плане того, что парни там умеют играть. Исполнители есть нормальные, но просто нет опыта. Наверное. Ну да, сравнивая даже, в принципе, вот игру, ведь соперник крайне серьезный, отгрузить Манчестеру 4 мяча может не каждый. Ну еще, да? учитывая, что ребята, у нас разница 5,
Да, с МЮ. У вас 6-1, у нас разница 5, а тут разница 4. Пацаны, вы вообще тигры вы. Но здесь надо сделать все-таки поправку на то, что Манчестер играл второй матч, правильно? Но у них есть глубина состава, конечно, да, спору нет. В день по 5, мне кажется, матчи играют. Просто Манчестер такая команда, которая, если надо, она включится в любой момент. То есть они контролируют весь матч, который идет. Им все равно, сколько соперник забьет, они просто побеждают и все. Да, но это уровень уже, конечно, определенный. Да, конечно. Другой вопрос, конечно, когда заведется, грубо говоря, Ньюкасл, когда он станет набирать очки, потому что сыграть одну ничью за 7 туров, наверное, сами игроки Ньюкасла ожидали нечто другого. Они еще в Лиге Европы вроде играют. Ну, для них, мне кажется, это плохой результат. Одну очко. Почему ты так думаешь? Ну, не знаю. По прошлому сезону сужу просто. Должны побольше очков были набрать парни. Но, видимо, конечно, посмотрим, конечно, что будет дальше с Ньюкаслом, но пока майские им явно на пользу точно не пошли, хотя, конечно, противостояние с Манчестер Юнайтед сложно что-то доказать. Может, и пошли 4 гола. Может, действительно и пошли, но я думаю, следующий матч станет этому подтверждением или опровержением, мы же двигаемся дальше. Следующий матч, который у нас есть, обзор которого у нас есть, это матч команд Саутгемптон Миддлсбро. Счет в этом матче 1-3, ну и давайте перемещаться на поле. Так, Саутгемптон Миддлсбро, 1-3 счет в этом матче. Миддлсбро играл уже второй поединок за эти выходные. Паш, ну, наверное, спрошу тебя, да? Миддлсбро – команда, которая играет чуть ли не на равных, ну, да, с натяжкой скажем, чуть ли не на равных с МЮ. И в итоге на следующий день вот такой минимальный разрыв в счете. Почему так? Почему не больше мячей? Ну, ведь это серьезный коллектив достаточно. Начнем с того, что каждая игра, она всегда разная. И если команда там сыграла супер игру с Манчестером, это не значит, что она в следующем туре против аутсайдера будет мешок забивать. Тем более Саутгемптон команда, которая тоже, в принципе, не сказать, что плохая. Вот, просто у ребят... Просто занимает последнее место. Ну, блин, они вон с Ливерпулем сыграли 2-1. Да у них и... все зависит от Эдика. Да, как бы, но просто команда тоже, которая явно там, ну, лидер у них один, это Эдик, нападающий. Вот, а команда зависит от него, Давид правильно сказал. И... Он кто по нации, напомнит? Скажи вслух хоть. Армянин, по-моему. Вот, поэтому... Красавец, просто парни. Вот, и... Что касается самого Миддлсбро, я просто знаю, что это очень хорошая команда, и они после первого круга прошлого сезона усилились и очень хороший футбол показывают вот с того момента. Помню, меня тогда не было, но вот наш команд Тоттенхэм с ними сыграл 4-4. Вот. А в этом сезоне они усилились еще сильнее. Вот этот 13-й номер, это Гара, по-моему, он у них там всю игру сейчас делает. Вот. Я его так немножко знаю. И вот реально игра строится во многом через него. И, в принципе, это вот Миддлсбро, та команда, которая в этом сезоне будет бороться за пятерку. Да, безусловно. Она уже, собственно, находится в этой пятерке, поджимая, собственно, два коллектива, один из которых ваш. И, но вот так, по обзору, не сказать о том, что ведь разнополярные с точки зрения таблицы команды играли. Я смотрю, достаточно большое количество моментов было у Саутгемптона. Другое вопрос, что, конечно, у Миддлсбро их все-таки больше, и реализация все-таки лучше. Но говорить о том, что это просто какие-то разные команды, тоже нельзя. Вид, как ты считаешь? Да, мне тоже так кажется. Я не понимаю, в общем, что происходит с Саутгемптоном тоже, потому что парни нормально играли в тот сезон прошлый. Реально у них, понятно, зависит это от Эдика. Но, блин, последнее место, не знаю, что сказать. Последнее место и всего лишь одно набранное очко. Вместе с Ньюкаслом там понятно, сидят. Понятно, что это их проблемы там и так далее, но должны выше быть пацаны. Да, безусловно, должны были 100%. Быть выше. Во всяком случае, по вот этой вот самой игре Миддлсбро же, наоборот, за счет этого тура поднялся в турнирной таблице, занимает сейчас 4-е место и, собственно, на 3 очка только от вас и отстает. Также буквально давайте, наверное, пару слов скажем еще про матч, который проходил на этих выходных, Лестер-Ливерпуль, счет 2-10. Вот здесь, конечно, наверное, все-таки можно употребить все то, что было сказано команде Лестер вот, по разнополярности, потому что также
13 место, играет против 2 места, 10 мячей получает. Они, к слову, даже от Манчестера, по-моему, 9 мячей всего получили. Они от нас в минус 1 получили, меньше, по-моему. Да, минус 1. Мы играли минус 1, а они вели 2-0. То есть это типичная команда, которую мы сейчас с вами вот обозначили как команда настроения. Не-не-не, это Тоттенхэм команда настроения, а Лестер просто играл в свой футбол, я думаю. На самом деле, говоря о Лестере, ну вот у них есть такой человек, Рибаконь, вот. И он у них там делает всю игру, когда приезжает. Но в прошлом матче против Халла его удалили. Я так понял, его на этой игре точно не было. И, в принципе, там Ливерпуль без проблем должен был. Даже если бы и был этот человек, все равно Ливерпуль должен был. Да, конечно, потому что Ливерпуль такая команда, которая очки просто так отдавать свои не будет. Вот. И поэтому Лестеру там, в принципе, наверное, это единственная игра, в которой фаворит был явно очевидно. Ярко выраженный. Ну вот, в принципе, да. Да. Игра любой синоним. А? Брат, ну мы с тобой договоримся. Хорошо. Смонтировать лучше тебя. Окей. Ну, в принципе, я согласен абсолютно, Паш, с тобой достаточно очевидный результат и, собственно, легко прогнозируемый даже для фонбета. Там не давали, в принципе, победа была прочерк. Минус 3,5 железа. Да, у тебя экспрессы проходили бы только так, с твоими прогнозами. Да, нужно... Подписывайтесь на мою группу, пацаны, там ставки вообще... Как она называется, Вит, скажи? Я не помню. А, топ вин бет. Вит. Ну, чтобы обозначить тебя. Друзья, давайте обсудим еще один последний матч, который был на этих выходных. Матч тура перенесенного из 6-го тура. Манчестер Юнайтед Миддлсбро игрался в субботу. Счет 3-2. И давайте переходить непосредственно уже к обзору. Итак, Манчестер Миддлсбро. Паш, ну вот про Миддлсбро мы сейчас поговорили уже применительно к Саутгемптону. А вот относительно МЮ... Даже если бы ты не знал счет в этом матче, реально у парней есть хоть какой-то шанс, хоть у одной команды, скажем так, зацепиться за очко в матче с Манчестер Юнайтед? Да, или конечно, есть. Во-первых... Подожди, давай проясним по-быстрому, что если у пацана за очко зацепится, это вообще уже не пацан. Но шанс есть. Шанс есть, конечно, не дальше зацепиться, а так... Просто я вот смотрел обзор, и сейчас чуть дальше будет на события первого тайма. Я посмотрел на Манчестера, ведь они так изрядно-то подустали. И у Миддлсбро были очень хорошие шансы. Здесь Манчестер отыгрывается. У Миддлсбро были очень хорошие шансы выйти вперед. Сейчас вот по обзору я, в принципе, уже вижу, что у Манчестера нет некоторых игроков. Вот. Да, он играет. Ну, есть, в общем, есть некоторые люди, которые у них там начинают всегда в старте, и сейчас их нету. Это первое. Второе. Миддлсбро счетом 3-2, и учитывая, что они выходили вперед, явно показал, что все-таки команда, которая отнимать очки у Манчестера, может. И в целом не нужно бояться Манчестер. Просто очень много слов всегда, чуть ли не в каждом туре, говорят о том, что Манчестер это там вышка. Команда, которая хочет бороться за тройку, должна все время биться против Манчестера. Неважно, какой будет счет, но если будет игра, то будет результат. И, в принципе, Тоттенхэм показал в первом туре, особенно по первому тайму, что с такой командой можно играть. Да, там второй тайм можно вообще вычеркнуть из жизни нашей команды. Вот. Но вот видим по Миддлсбро, команда играет в футбол. Да. Команда не просто там выбивала мячи и цеплялась. Они играли в комбинационный футбол. И два гола, которые они забили, это вот именно плоды команды за счет индивидуальных командных действий. Поэтому... Безусловно, хоть гол здесь и зашел с рикошета, но все-таки это был не какой-то дурацкий гол, а именно комбинационный гол. Здесь чуть-чуть не успел защитник. Но вот здесь Манчестер разозлился и, можно сказать, индивидуальными действиями была практически достигнута цель. А вот это то, о чем я говорил. Вот смотри, теряет мяч игрок Манчестера, начинаются нервы, начинаются эмоции, и идут момент за моментом у Миддлсбро. Вот здесь есть все-таки психологически реально вообще как-то Манчестер что ли накрыть? Или это команда, которая не знает никаких проблем вообще с психологией? Ну, конечно, ты реально сам сказал о том, что в принципе весь матч-то они контролируют. Ну, реально, просто... Если команда, да, вот Миддлсбро берем конкретно, вот те моменты, которые у них были, еще потом, если бы они их забили, то, в принципе, вот как раз такой момент, что команда могла заработать 3 очка. Но где-то там, может быть, везение, не повезло, что-то еще, и Манчестер, вот Манчестер, да, как бы они контролируют игру, и Миддлсбро не забил,
Манчестер свое забил. Вот и все, в принципе. Ну, то есть класс исполнительский, да? Класс в любом случае у Манчестера сильнее, чем у всех команд в этой лиге. Даже того же Ливерпуля. Это вообще тут никаких вопросов нет. Но просто если команда будет биться и забивать то, что у них есть, то будет результат в любом случае, я думаю. Да, безусловно. Но тем интереснее будет, конечно, смотреть ваши матчи с Манчестером, матчи Ливерпуля, которые, да, уже будут впоследствии у нас в этом чемпионате. Ну, посмотрим. Просто на данный момент какую-то конкуренцию. Ой, хорошо. Да, вот этот великолепный исполнительский гол. В моем стиле. Да, безусловно. Конечно, в твоем. Каких-то конкурентов в премьер-лиге у Манчестер Юнайтед. У Манчестер Юнайтед, я не буду говорить, нет, они есть, вот они, Ливерпуль, Тоттенхэм, да, но как будут развиваться события, покажет время, покажет футбол, да, покажет футбол, скажем так. Здесь же мы видим то, что, пропустив третий мяч, Мидлсбро не то что сдался, нет, ребята продолжили также атаковать. Другой вопрос, что Манчестер здесь уже, по сути, ну, как-то, наверное... Ну, вот момент хороший. Да, момент был очень хороший. Мидлсбро, они играют... По обзору, блядь, хорошо. Да, очень четко играет команда, комбинационный футбол, неплохо выстраиваются в защите. Конечно, когда ты играешь с МЮ, у тебя по-любому у твоих ворот будут моменты, какая бы хорошая оборона не была. Если обзор больше 4 минут, это значит хорошая игра была, поэтому с обеих сторон. Мне кажется, когда обзор больше 4 минут, когда играет Манчестер, обзор и всегда идет больше 4 минут. Мне так бывшая говорила тоже. Да? Про обзор больше 4 минут. Да. Поэтому она бывшая? Конечно. Куда нам? Куда нам до них? До Манчестера. Что ж, ну вот, собственно, так этот матч и завершился. Были еще моменты у каждой из команд, у Мидлсбро, у Манчестер Юнайтед. Но и тем не менее, победа достаточно закономерная. Счет во многом по игре. Согласен ты, Вит? Или все-таки считаешь, что это все полная чушь? Красавцы. МЮ заслужен на первом месте. Да, вот мы на третьем пока что. Из таких команд, по мне сильнее, которых я видел в Аматор, только Сиена, наверное, не знаю. Только Сиена? Вот да, столько много говорят про МЮ, я каждый раз слушаю и думаю, даже про Сиену столько не говорили. Хотя ты, наверное, не видел этих пацанов. Безусловно, откуда мне их видеть, да, откуда мне их знать? Николай Капустин, кстати, из этой команды. И он лучше нападающий, между прочим. Мы знаем, прекрасно. Лучше нападающий той команды. Последний вопрос тогда к вам, завершая наш уже обзор. Второе место по результатам этого розыгрыша английской премьер-лиги. Кто займет? Фонбет Тоттенхэм. 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 Это то есть вы точно не на первом, вы себя даже уже не ставите. Я сказал, это минимал. Не, мы будем, мы обыграем во втором круге Манчестер, но они по личным разнице, будут, по-моему. Да, по разнице, наверное, они будут на первом, мы на втором. Окей, интересный прогноз. Друзья, у меня сегодня были в гостях представители команды Тоттенхэм, Павел Шимановский, Вита. Ребят, спасибо вам, что смогли сегодня к нам прийти. Спасибо вам. До новых встреч. Все, голову не теряйте, пацаны. Все, благ. Что ж, друзья, мы продолжаем. На очереди у нас чемпионшип. И в гостях у меня представитель команды Уимблдон Александр Казимиренок. Саш, здравствуй. Приветствую. Спасибо, что ты пришел. И сразу же событие, которое, наверное, самое обсуждаемое за эти выходные вообще в целом в чемпионшипе. Это сенсационный результат вашей команды. Матч команды Уимблдон-Лидс. У нас есть видеообзор этой игры. Мы сейчас обязательно посмотрим. Но буквально пару слов вот от тебя хотелось бы послушать. Почему так получилось? Что произошло? Ну, спасибо, что позвали на программу. Конечно, получилось то, что получилось. 1-4. Почему такой счет? Ну, безалаберность, не сбор на игру и не реализация своих моментов, которые были по игре, а их было как минимум где-то штук 5. Нужно было бы их забивать по-хорошему. Ну, что есть, то есть. 1-4. После первого тайма, конечно, ничейка была, но потом уже 1-4, к сожалению. 1-4, но вот если бы приехал, скажем, состав у вас. Просто бывает, знаешь, такая ситуация, когда команды набирают состав и играют все спокойно, добиваются результата. А бывают команды, когда у них есть состав, но без глубины они играть не могут. Они ничего себе не представляют, если у них нет там элементарно 2-3 замен хотя бы. Вот вы, играя ровно восьмером, смогли бы, как ты считаешь, в этом матче, вот ты видел этот Лидс, чего-то добиться большего, чем 1-4? Ну, по матчу, я хочу сказать, по
физухи мы, ну, подсели где-то только в середине второго тайма. То есть, uh-huh. если был бы полноценный состав боевой, то, я думаю, мы бы смогли дать бой. Но, опять же, не могу точно сказать, что мы бы, конечно, там, закидали бы шапками Лидс. Нет. Лидс хорошая команда. В прошлом сезоне я играл только с позиции вратаря. К сожалению, был травмированный. Вот. Ну, команда очень хорошая. Я думаю, поборолись бы, конечно. Да, безусловно, поборолись бы. Да, очевидно, да. Потому что этот матч, мне кажется, все ждали. Да больше даже тебе скажу. Наверное, все ждали, когда Уимблдон ошибется. Так хорошо, серьезно дождались. Ошибется. Вот. И, интрига вернулась. Вот сейчас это произошло, да. Интрига вернулась. Ну и давай, собственно, смотреть, что происходило на поле. Итак, Уимблдон Лидс 1-4. Переходим к обзору. Что ж, начинает... Лидс достаточно спокойного и грамотного владения мячом в игре в большинстве. И вот, соответственно, то, к чему это привело. Казалось бы, достаточно обычная атака. И почти пять человек у Уимблдона в защите, но тем не менее пропускаете вы гол. Вот здесь уже, я насколько понимаю, здесь вы играли 6 плюс 1, правильно? Уже да, вот, пропуская верно. Первый гол. То есть, да, по сути, да. вы играли минус одного. Мы играли минус 2. Нет, если вы играли 6 плюс 1, то вы все играли... правильно, да, мы играли, тогда получается 5 плюс 1. 5 плюс 1, ну да. 5 то есть... плюс 1, да, потом подъехал, у нас получается 6. 5 плюс 1, ну вот пропуская первый гол, вы играли 5 плюс 1, я правильно да. понимаю? Да, да, да. И здесь и при, всем, здесь, при этом принципе, шестой да. уже подъехал, я посчитал, и здесь вы сравниваете счет. Была мысль поиграть на удержание? Да... Были разные мысли, поправлю тебя, конечно, это уже получается. Ну да, получается, мы да, в шестером уже играли. Нет, играли на удержание, конечно, что-то получалось, что-то нет. Ну, опять же, подсели маленько физически. Угу. Уже начали плыть, не верили в себя. Вот тут, например, автогол. Да, привет, да, рикошетом, Альпер. Неприятно. Да. Ну, в принципе, команда заменой, можно так сказать, выиграла игру. Будем так говорить, потому что здесь уже, вы сами видите, тут уже вяленький бег. Да, достаточно вяленький. Вот даже здесь, когда уже мяч штрафной, да. игрок вашей команды достаточно так лениво подбирается к нападающему. И вот, собственно, вот, наверное, в правом нижнем углу видно очень отчетливо о том, что подсела уже команда. Ну, это, впрочем, неудивительно, да? Да. да. Ну, да. Иван здесь травму получил сейчас с растяжением голеностопа. У нас находится. После игры сразу в больницу поехал, потому что uh-huh. уже кое-как заканчивал игру, там прихрамывал. Вот. Ну, здесь полный раскат. Здесь тут уже все. Да, тут уже все. Такой штиль, скажем так, в вашей обороне, uh-huh. Потому что нет абсолютно здесь никого. То есть, по сути, проиграв и потеряв 3 очка, вы потеряли еще игрока. И сроки восстановления его не очень понятны. Да, да. Ну, надеемся, к воскресенью, конечно, он... у нас выйдет. Ну, достаточно быстро. Ну, современная медицина. Современная медицина. Конечно. Но это не та медицина, которая на майских у вас была. Надеюсь, что нет, потому нет, что другая. Иначе будет вообще совсем все плохо. Да, Саш, ну вот задам такой, может, не совсем приятный вопрос, но и тем не менее, провалилась ваша команда, наверняка вы там сделали какие-то выводы, потому что, ну, я не буду говорить то, что на ровном месте вы потеряли очки, нет, вы играли с одним из лидеров этого чемпионшипа, но очевидно, что если было у вас больше людей, были бы замены, был бы состав, такого счета не было, во всяком случае, там, разгромы, ну, был бы совершенно другой результат. Вопрос о организации, это проблема вашей команды или это частный случай, единичный? Ну, это частный случай, это сугубо единичное. Такое. Это первый и последний раз, как говорят в простонародье, поскольку ну, каждый решил положиться на другого. Да, и получилось то, что получилось. Если честно, я на игру ехал с мыслью, что у нас будет, как обычно, наш состав. А когда я приехал, увидел, что там, ты да я, да мы с тобой, да. как-то и то, было состав... тяжко. Я выдохнул, судья сказал, с тобой все нормально. Я говорю, все отлично, можем начинать. Но ты выдохнул, судья немножко так пошатнулся. Да, да. Нет, конечно, нет. Видит твое состояние. Нет, я... Понятно. А вот я вот с Арсеном разговаривал, он был на этой игре? Конечно. Конечно. Но он был. У вас играющий, он как идейный вдохновитель, да? Если да, он... Он тренер. Мы его называем тренер, да, в вашей команде. Окей,
Посмотрим, что будет дальше с Уимблдоном, понаблюдаем за прогрессом Лидса. У меня есть таблица, и здесь Портсмут после этого тура набирает такое же количество очков, как вы. Я так понимаю, он обходит, да, вас? Да. То есть, по сути, вас вот именно даже одним матчем были свержены с первого места. Но окей, я вам пожелаю удачи, чтобы не было у вас никогда таких больше проблем, потому что за Уимблдоном смотреть и наблюдать очень приятно и всегда интересно. Посмотрим, что будет дальше. Двигаемся вперед. На очереди матч команды Port Vale Barnsley. Счет 2-1. Саш, давай обсудим этот матч с тобой. Видел ли ты, играл ли ты с одной из этих команд уже, по-моему, в этом чемпионате? Мы с Барнсли, по-моему, или с Барнсли играли, с Port Vale еще не играли, у нас будет Port Vale сейчас играли, будущее. Но в прошлом сезоне, вот, кстати говоря, насколько я помню, ты уже в составе Уимблдона был, правильно? Да. И, соответственно, расклады в конце сезона ты мог наблюдать, где находились эти две команды. Мы всем костяком как пришли в прошлом сезоне за сколько, 10 там туров до конца было или 11. Да, там было не очень много. Да, и как раз-таки с Port Vale у нас с осечкой вышло 2-0. Mm-hmm. С ребятами сыграли, но команда бой, бегут. Я думаю, в этом сезоне они покажут достойный результат. И опять же, не хочется списывать со счетов Барнсли. Барнсли хорошая команда, хороший костяк, да, усилились. Он есть, это самое главное. Да, там очень хорошие игроки пришли. И, соответственно, я думаю, там, ну, тоже, опять же, на серединку может претендовать эта команда, если, опять же, будет должный настрой и, опять же, тот энтузиазм, который у них есть, это прям. Ну, чтобы, конечно, Барнсли на серединку претендовать, им очень нужно сильно прям попотеть. Этим летом и грядущей осенью, потому что итоговое 16 место после 7 туров, я думаю, не тот результат, на который Барнсли рассчитывали. Барнсли команда, которая может выдать сенсацию, так было в прошлом сезоне, было сейчас. Но вот если в прошлом концовке прошлого сезона можно было назвать Port Vale и Барнсли команды одного уровня, потому что они где-то в подвале заканчивали этот чемпионат, то как-то вот Port Vale сделал скачок в своем развитии. Я не говорю то, что Барнсли этого не сделал, но, по сути, они показывают все то же самое, что было в концовке прошлого сезона. Вот почему так? Это усиление, это селекция или это внутренний какой-то вот именно настрой такой ребят на каждую игру? Ну, конечно, у ребят, опять же, нужен бой в душе, чтобы был азарт. У Port Vale это, я думаю, и в прошлом сезоне было, и сейчас есть. Но, опять же, прошло это всего 7 игр. Я думаю, поживем, увидим где-то к игре 12-15, мы уже увидим, я думаю, окончательно такое положение команд. Ну, я надеюсь, что эти ребята будут в середине, потому что мне они очень нравятся, как играют. Да. Ну, не только тебе, а они многим симпатичны. Что ж, двигаемся дальше. Еще одна команда, которая могла подвинуть Уимблдон в этом туре с первого места, но, к сожалению, произошла осечка, это Крю Александра. Ребята проиграли Олдхэму со счетом 1-0. Вот тоже ведь достаточно сенсационный такой результат. Крю, которая за вами гонится на протяжении этого розыгрыша, занимает сейчас второе место, ну, до этого тура занимала второе место, и вот проигрывает 1-0. Я, к сожалению, этой игры не видел, но, насколько я знаю, ведь, да и счет, собственно, отражает такую некоторую битву. Но тогда вопрос, почему Олдхэм гораздо ниже, чем вот вся ваша тройка, четверка, скажем так. Опять же, наш чемпионат – это чемпионат не раскрывшихся, наверное, все-таки талантов. И опять же, команда раскрывается одна за другой, конечно. В каждом чемпионате. Вот мы про Вулвер сейчас говорили в премьер-лиге. Вот ребята, да, передо мной были. Олдхэм. Это очень интересно. Слушайте, мы играли с Олдхэмом в прошлом сезоне. Я не скажу, что эта команда там слабая или там нету мастерства. Команда сплоченная, у них там есть. Эта команда идея, очень крепкая. Конечно, они играли очень крепко, они отняли очки у всех, кого только можно. Да, мне на самом деле та игра вообще, она даже у меня до сих пор в голове сидит, очень хорошее впечатление оставила. Ребята играют, борются, как мы любим, в принципе, потолкаться, в хороший футбол поиграть, в качественный. Ну, а Олдхэм вот сейчас, несмотря на их 11 место, на что они реально могут рассчитывать в этом сезоне? Это не как прогноз даже, а скорее как вопрос. То есть, почему они, имея такие навыки исходные, такие, да, ну, какую-то определенную квалификацию, занимают 11 место? Ну, я думаю, если такой задор у них будет продолжаться, опять же, как у Port Vale, то команды зажигалочки, я думаю,
Результат придет. Конечно. Я думаю, мы его... Но они нас не заставят долго ждать. Думаю, следующий тур и мы как раз-таки уже увидим. Да, да, я согласен, на самом деле, абсолютно с тобой. Но опять же, теплеет в Москве, поэтому... Теплеет. Все начинают маленько двигаться, видите. Да, уж это точно. Но и тем не менее, майские выходные преподнесли нам очень много сюрпризов, выраженных в результатах этого тура. И вот следующий матч, который таким же диалоговым образом я хотел бы разобрать с тобой, Саша, это матч команд Millwall Aston Villa. Millwall, который, казалось бы, первоначально гнал-гнал, и претендовал на самые высокие места в чемпионшипе, начал спотыкаться последние туры, и вот сейчас Астон Вилла, предпоследнее место, ничья, 3-3. Это тоже вот характеризует чемпионшип, да? Или это просто какая-то вот проблема опять в организации Миллула? Потому что здесь, я думаю, вряд ли кто-то поставил бы-то, нет? Ну, я так скажу, мы с Миллулом играли, команда хорошая. Команда добротная, крепкая. Мне понравилось. Опять же, та же идея футбола, что и у нас. Я подозреваю то, что элементарно, может, не хватило ребят. Может быть, чуть-чуть настроя не хватило. Но, опять же, без обзора как бы тяжело судить, да? Ну да, конечно. Но играя из той команды, я думаю, там был бой. Был бой, опять же, да. Астон Вилла дала отпор. Астон Вилла может выдать такие матчи, причем с абсолютно непредсказуемой, конечно, да, такой вот афишей. Вот, конечно, например. Они с нами тоже играли, было тяжело. Ну, потом просто в один прекрасный момент, видимо, либо физически, либо все-таки уже какой-то воля к победе, она их там покинула, и мы уже как-то смогли перебороть. Хорошо, идем дальше. Следующий матч, который мы, я думаю, с тобой вкратце обсудим, это матч команды Донкастер Портсмут. Счет 1-12, новичок чемпионшип. Команда, которая зашла в чемпионшип вместо Бирмингема, снявшегося с турнира, проигрывает с таким огромным счетом. Ну вот поползли уже слухи о том, что не уровень у команды-то для чемпионшипа. И нечего им тут делать. Вот. Имеет ли под собой это какое-то реальное обоснование? Но результат, понятное дело, говорит об этом. Ну а так вот, как ты считаешь, в грядущих турах сможет команда раскрыться, не сможет? Или это просто Портсмут очень силен, опять же таки, вот с этой точки зрения? Или команде надо было идти спокойно себе в первую лигу и там спокойненько играть? Да нет, я не скажу, что они там это место не заслуживают в этой лиге. Но, опять же, по одному туру судить как-то тяжело, и тем более с лидерами. Нас тоже, когда мы приходили в эту лигу, когда мы с Ковентри играли в прошлом году, тоже говорили, что мы какие-то не очень. Ну, результат есть. Ковентри проиграл. Но, опять же... Вы зашли-то очень громко. Ну, конечно. Поэтому, с ноги, да. Но я думаю, с ноги, как мы умеем. Донкастер также наберет обороты и будет прогрессировать. Посмотрим за прогрессом этой команды. Загадывать просто пока не будем, потому что соперник попался сразу же ребятам в первом туре очень, конечно, сильный. Двигаемся дальше. Матч, обзор которого у нас есть, обзор которого у нас заготовлен, это матч команд Честерфилд-Вест Бромвич. Сейчас мы его посмотрим, разберем. Но прежде мне бы хотелось личное поздравление передать игроку команды Вест Бромвич, Максиму Жабскому, человеку, у которого на днях случился день рождения, с чем его, собственно, и поздравляем, с чем его поздравляет его коллектив Вест Бромвич. Ну и, соответственно, побед и больших свершений. Мы же двигаемся непосредственно к обзору. И, Саш, давай уже смотреть, что происходило на поле. Итак, Честерфилд Вест Бромвич начинается, собственно, достаточно для многих предсказуемо с атак Вест Бромвича. Вест Бромвич — команда двигающаяся, команда бегающая. Ну а про Честерфилд уже столько было, по-моему, сказано, то что вот по этому первому тайму просто ничего, никаких изменений абсолютно не произошло. Абсолютно, да. Какой-то ветер в обороне. Да, видно, что команда как-то подсела, видимо, это первый тайм, я все правильно понимаю. Да, ну, это что-то первый, как-то, да, первый тайм. Да, защита вообще спит. Что-то как-то странно, ребята. Да ее практически не было, Саша. Согласен. Можно так сказать. Но вот дальше просто происходило все очень интересно, и я думаю, для многих непредсказуемо, потому что
Вест Бромвич успокоился, Вест Бромвич решил сыграть уже на классе, что ли. Я даже не знаю, как это описать. То есть особо не напрягаясь с Честерфилдом доиграть этот матч. Но вот, как выясняется, не тут-то было, да, и да. 2-0, которые в итоге превращаются в 2-2, это, конечно, я думаю, совсем не то, на что Вест Бромвич рассчитывал. Вот, собственно, первый гол, который забивает нападающий Честерфилда. Счет становится 1-2, но удивительно то, почему даже здесь Вест Бромвич не завелся же абсолютно, потому что я пообщался с очевидцами, и было сказано о том, что да нет, после первого гола Вест Бромвич играл, как играл. Вот как ты считаешь, почему так произошло и почему Вест Бром не смог здесь добиться, казалось бы, очевидного для себя результата? Ну, говорить, что Вест Бромвич играл, как играл, это, конечно, слабо сказано. Это даже, наверное, все-таки какое-то мнение дилетанта. Даже тут видно, что команда как-то игроков не держит. Какой-то там опять аврал какой-то там штрафной. И как-то тяжело это все им далось, я так понимаю. Честер там и по второму тайму видно, что включил как бы повышенную скорость. И Честер вырвал победу, я думаю, ой, победу, ничью. Честерфилд, это важно. Да, прошу прощения, Честерфилд, да. Управление. Как раньше было, Честер. Раньше, теперь, да. Я тоже их называл Честером, и я поэтому иногда вот мне приходится даже так где-то оговариваться. Не, я, конечно, с Честерфилдом не играл, к сожалению. Я был удален, но с Бровочки я смотрел, команда симпатичная, опять же, это, ну, мне все команды нравятся в нашем чемпионате, все играют на убой, добротно, мне очень нравится. Ну и опять же, Честерфилд, у них все впереди, команда может побороться. Да может, конечно, побороться, вот только 13 место она занимает к 7-му туру, после даже 7-го тура. Это 7 туров. Это всего лишь 7 туров. Безусловно, я думаю, с тобой в этом многие согласятся, особенно футболисты Честерфилда. Вот. Посмотрим, как это все будет развиваться, продолжаться в нашем чемпионате. Безусловно, Честерфилд – команда, которая привлекает к себе внимание, поэтому ей можно пожелать только успехов и удачи. Да, безусловно, конечно. И еще у нас, собственно, остаются два матча к разбору. Это Честер-Норвич. 0-2 в этом матче. Побеждает Норвич, занимает по результатам какое же 6-е место. Для Норвича это абсолютный прорыв по сравнению с прошлым сезоном. Безусловно. Поэтому вот по Честеру я даже не знаю, что тут сказать. Мне гораздо интереснее обсуждать Норвич. Вот Норвич, ты уже успел как-то познакомиться с этой командой? Была ли у вас, кстати, игра с ним? В этом сезоне еще нет, в прошлом этом, да, была. Но если я правильно понимаю, команда видоизменилась. Ну, она, да, действительно видоизменилась. Если бы она этого не сделала, то у них не было бы такого результата просто-напросто. Ну, наверное, все-таки я соглашусь с тобой, но, опять же, в прошлом сезоне не совсем легкая игра была для нас. Да, конечно, мы там счет как бы показывали, что якобы было все легко и просто. Если я правильно помню, там 7-2 было. Ну, ребята все-таки играют, на тот момент играли достаточно хорошо. И я думаю, сейчас у них идут дела в гору. Я думаю, да, они покажут, очевидно, покажут результат. Ну, мне хочется, если честно, увидеть игру их с соперниками, которые повыше. Опять же, с тем же Портсмутом, если я правильно помню, они мы еще увидим, не играли. Просто сейчас уже Норвич поджимает Миллуолл, которого там причисляли к фаворитам несколько туров назад нашего первенства и нашего чемпионшипа. Я и думаю, это временно все. Это все временно, да? Относительно Миллуолла это временно все, да? Да вообще, я думаю, те команды, которые сейчас находятся внизу, они довольно-таки спокойно могут пододвинуть любого из вышестоящих, потому что чемпионат непредсказуемый, и мы по-любому увидим какую-то еще сенсацию, я думаю, с каждым туром мы будем, конечно. Да и не одну, я думаю, конечно. В каждом туре по сенсации, поэтому я за это обожаю чемпионшип. Согласен. Не буду признаваться в любви чемпионшипа, но честно скажу, результаты наблюдать вот из всех трех лиг Англии в чемпионшипе интереснее всего, потому что гораздо больше вот такого, что мы видим, вот, например, в этом туре. Такого, да? Живого. Живого, да, настоящего футбола. Окей, последний матч, матч команд Брайтон-Вестхэм. Про Вестхэм, команду уже столько мы проговорили про них и столько всего сказали, про их проблемы, про их успехи, достатки, недостатки, но и тем не менее, ну и я просто, мне так нравилось всегда наблюдать за Брайтоном в
прошлом сезоне, да, и не потому, что там мой младший брат играл, хотя это в том числе, но они такую игру классную показывали, яркую, да, они проигрывали там кому-то, но вот вторая часть сезона у них прям была просто, я не знаю, ну не то, что образцово-показательная, а веселая, энергичная, и самое главное, приносила им очки. Сейчас 14 место, это их уровень? Ну, я опять же повторюсь еще раз, у нас чемпионат непредсказуемый. Я думаю, все, что на 14-м может оказаться в оконцовье и 4-м, и даже, может быть, и 3-м, все, опять же, зависит от настроя команды. Ну, а вот сейчас, если говорить о Вестхэме, коллектив Сухорученко, это ваш конкурент? То есть, ну, вы рассматриваете его как ровня, например, своей команде или там командам, которые вас там преследуют? Потому что Вестхэм занимает 7-е место, но ведь до там 15-го, до Крю, там, условно говоря, получается всего 4 очка. Это не такой большой разрыв. Ну, да, потому что, опять же, мы говорим о плотности нашего чемпионата. Угу. И, опять же, игр было сыграно достаточно мало, чтобы судить сейчас о том, смогут, не смогут. Все могут. Сейчас на данном этапе все могут включиться в борьбу, навязать ее. Но опять же, Вест Хэм команда очень сильная. Не говоря уже там про штрафные Андрея, это вообще отдельный разговор. Да уж. Там не только штрафные, там с игры он, как правило, ну, пасит. Да, там залетает. Пушка страшная, конечно. Пушка страшная. Да, но... Нет, мы играли с ними, конечно, в чемпионате, в зимнем кубке. Ну, вот такая команда, конечно, команда, не подарок, команда, но, да, опять интересно. Же, обыгрывать ее можно. Безусловно. Безусловно, судя по их месту, это очевидно, что их можно обыгрывать. Окей, Вест Хэм, 7-е место. Обязательно, я думаю, мы покажем уже в следующем, ближайшем туре обзоры с участием этих команд, потому что за ними всегда интересно наблюдать, смотреть. У меня в гостях был сегодня игрок команды Умилдон Александр Казимиренок. Саш, спасибо большое тебе, спасибо за твой визит к нам сегодня. Спасибо вам. Друзья, следите за чемпионшипом, играйте в футбол и до новых встреч. Итак, друзья, мы продолжаем. На очереди у нас первая лига Англии. И, собственно, в гостях у меня человек, который представляет фарм-клуб Арсенала, его еще называют так, Арсенал Б, Вадим Житарь. Вадим, здравствуй. Спасибо тебе, что пришел сегодня к нам. Вопрос тебе сразу очень простой. Второе место сейчас вас гложет. Просто я знаю такой инсайдик из вашей команды о том, что команда претендует только на самые высокие места. И вот то, что Брентфорд вас обошел несколько туров там назад, да, или когда, это такой достаточно серьезный удар для вашей команды. Ну да, конечно, хотелось бы занимать все-таки первое место. Любая команда, думаю, это хочет. Uh-huh. Это так и должно быть в спорте, мне кажется. Но как? Цели такие, что нужно занимать первое место. Или хотя бы призовую тройку, это самый минимум. Вот, конечно, наверное, гложет, да. Ну, безусловно, да. Но тем не менее, жажда выйти в чемпионшип, она никуда от вас не покидает, никуда не уходит. И вот, собственно, судя по результатам, то вы все для этого делаете. Конечно, конечно, только для этого играем. Окей, что ж, друзья, давайте переходить непосредственно к матчам. Какие-то матчи мы с Вадимом обсудим в рамках нашего диалога. Какие-то матчи, у нас есть обзор на них, и мы их посмотрим вместе с вами. И вот, собственно, первая игра — Болтон-Блэкпул. Вадим, ну вот Блэкпул — команда, которую многим жаль, как мне говорят. Я видел ее игру, против вас. Они проиграли, по-моему, что-то 3 или 4-1 вам, если я не ошибаюсь. 3-1, по-моему, получилось. Да-да-да, вот. Но, конечно, там у вас сумасшедшие там с реализацией, моментов была тьма, я это просто очень помню, сам хорошо, потому что сам наблюдал. Вот как раз на этом самом поле, вот, которое сейчас мы видим с тобой, какие-то 7 туров прошло, 0 очков в активе, 7 поражений. Какие перспективы вообще у команды, и можно ли о них говорить именно вот после такого просто катастрофического старта? Ну, я не сказал бы, что Блэкпул заслуживает это место. Все-таки команда еще в прошлом году играла, имеет какой-то опыт, ну, целого сезона, даже можно сказать. Ну, безусловно. И очень обидно, что команда занимает такое место. И я бы не сказал по игре, что это действительно их уровень. Потому что это не проходная команда. Конечно, да? Конечно, да, это не проходная команда, и вообще
не понятно, что же у них не так. Вроде и игра была у нас довольно такая серьезная. То есть мы сражались, действительно с ними сражались, особенно первые минуты. Это была такая боевая команда. Но что-то у них не пошло, видимо, именно защитная линия как-то, может быть, вратарь что-нибудь допустил, какие-то ошибки. Но думаю, да, все-таки, если бы не реализация еще наша, то счет был бы, наверное, побольше. Но все равно очень жалко, что команда так выступает в этом году. По защитной линии я согласен с тобой, на самом деле, абсолютно, потому что команда занимает последнее место и имеет 28 пропущенных мячей. Такого количества мячей нет ни у одной команды первой лиги в графе «забитые». А Blackpool есть в графе «пропущенные». Вот. Поэтому насобирала команда кучу просто мячей за эти 7 туров. Но вот сейчас 2-0, достаточно такое скромное по меркам Blackpool поражение от Болтона. Болтон, который середняк турнира, но я думаю, он середняком и останется. Вот как ты считаешь, успел ли ты посмотреть вообще Болтон? Ну, с Болтоном мы еще не играли, но так как просматриваю, если есть игры, есть какие-нибудь обзоры на эти игры, хотя бы текстовые, то все говорят, что Болтон, в принципе, середняк и может замахнуться и побольше, потому что команда очень боевитая, играет, забивает, защита у них все хорошо, а я думаю, то, что именно защита это все-таки одна из самых таких важных частей, потому что если команда выступает с сильной защитой, то она, думаю, уже претендует быть середняком. Ну, безусловно, как минимум. Окей, двигаемся дальше. Следующий матч, обзор которого у нас есть, это Hull City Oxford, Oxford United. Победа Оксфорда 5-1, для многих неожиданная, в первую очередь, исходя из расположений команд в турнирной таблице. Но давайте, соответственно, перемещаться на поле и смотреть, что происходило в этом матче. Итак, Oxford United, Hull 5-1. Вадим, ну вот скажи, вообще по самой игре, задаю многим этот вопрос, если бы ты не знал, да, как, собственно, как сложился этот матч, на кого бы ты поставил в этой игре, то есть до начала? Скорее всего, на Hull, так как видел их в игре и знаю, какой у них уровень. Угу. Но просто я не играл еще с этой командой, с Болтоном. Как-то сложно. С Болтоном именно. Или Халом, подожди. Нет, с Болтоном. Я имею в виду, что Хал, как бы. Угу. Видел, а Болтон нет. Хал и Оксфорд. Оксфорд, извините. Хал и Оксфорд, да. Но и тем не менее, Оксфорду удается открыть счет в этом непростом поединке. Непростая комбинация. Отскок достаточно удачный. И, ну, Хал просто, ну, по сути, прозевал в этом моменте и получил абсолютно справедливый мяч. Но и тем не менее, команда атакует, команда двигается. И, собственно, вот посмотри, вот сейчас будет обзор. По сути, Оксфорд весь прижался к своим воротам и спокойненько игрок Халла, да, забил этот гол. Обрати внимание, 6 человек стоят в штрафной и абсолютно свободно расстреливает двадцатка Хала ворота. Вообще, по игре Хала, что ты можешь о них сказать? Не с точки зрения их перспектив, а вот на сегодняшний день. Чего эта команда стоит? Потому что ребята занимают после 7-го тура 8-е место. Это их вообще место-то? Или они претендуют, могут играть лучше и занимать место более высокое? Я думаю, что на самом деле они могут и повыше быть в турнирной таблице. Так как играл с ними, и как бы мы сыграли 2-2 счет, была такая очень валидольная концовка у нас. У вас битва получается. Битва, да, мы забили только на последних секундах, вытащили этот матч. Хал вообще претендовал на победу в этой игре. Я думаю, что Хал все-таки должен быть повыше. Вот. Так что... Ну, безусловно, 8-е место – это именно результат 7-го тура. То есть ребята-то опустились, потому что Скантер одержал победу над Чарльтоном. И это как раз-таки и дало возможность обойти Хал. Но вот Оксфорд, да, кстати, отгружает пятерку. Мы, к сожалению, не все мячи увидели в этом обзоре. Привет видеооператорам. Но и тем не менее, Оксфорд поднимается на несколько строчек за одну победу на 11 место, там с какого, с 14 там, или с 13. Это результат селекции, как ты думаешь? Вот я просто понятия, например, не имею, что случилось с командой Замайские. Или же это просто какая-то удача или несобранность Хала?
Ну, может, ребята собрались на майские праздники и решили, что так решили, играть. Решили, что не надо ехать так на играть, шашлыки, да, нельзя, надо будем тренироваться, да, действительно. Все вот эти быть. Сколько, 3 недели, сколько не было футбола в Англии. Ну и все-таки я надеюсь, что именно такие команды, которые сначала начинают, не важно, чтобы они не снимались с турнира, а наоборот, вот так вот продолжали играть и... Угу. Оставались в игре. На плаву, скажем так. Да, да. Это очень приятно. Когда... Ну, посмотрим. Это интересно. Это интересно. За Оксфорд я болею, не буду скрывать. Но мы перемещаемся к вашему матчу. Матчу команды Арсенал-Шеффилд. Обзора этого мы сейчас, к сожалению, не увидим. Поэтому я, собственно, и хотел тебя послушать. Вот буквально такое краткое саммари по этому матчу. Счет 3-1. Что происходило на поле? Как складывался поединок? Ну, Шеффилд показал себя такой крепенькой командой. Вообще заметил, что в этом... розыгрыши чемпионата, нету вообще проходных команд, действительно, с которой выйдешь и на пол ноги сыграешь. Даже ни одной команды не назовешь. Даже тот же Блэкпул, по-моему, который сейчас находится на последнем месте, он тоже не похож на проходную команду. Ну и Шеффилд, естественно, начал атаковать, начал рвать, особенно фланги, стал рвать фланги, показывать неплохую комбинационную игру. Но все-таки мы забиваем первый гол, стало как-то полегче, но и расслабились, и сразу где-то, по-моему, за полминуты пропускаем гол. Довольно-таки глупый, это, может быть, не знаю, это после майских праздников такие вещи только происходят, как еще можно это объяснить. Ну, а потом была борьба, матч был очень ровный, я не сказал бы, чтобы у кого-то было преимущество, играли как... Не знаю даже, как в шахматах. Один ход туда, один ход обратно. И... Но кто-то, видимо, допустил, Шеффилд допустил неправильный ход. Да, да, действительно. Мы забили второй гол. И после этого уже как-то стали больше играть в защиту. Стали больше немножко так засушивать игру. И Шеффилд стал атаковать. Действительно, Шеффилд хотел вырвать победу. Не то что ничью. И сражался. Но мы забиваем третий гол и... И, собственно, это можно было уже выигрывать. Все закончилось. Но скажу, что все-таки опять у нас вот эта проблема с реализацией, видимо, из-за отсутствия главного нападающего нашего. Это большой удар. Да, большой удар. Но и тем не менее, второе место, оно за вами остается. 16 очков у вас в активе. Вторую, третью строчку вы делите с Ридингом, да, который в этом туре также одержал победу. Поэтому вам можно только пожелать удачи. Ну и посмотрим, чем закончится. Мне очень интересна вот битва именно в верхней части турнирной таблицы первой лиги. Мы двигаемся дальше и поговорим и об еще одном фаворите вашего чемпионата. Роттерхэм Брентфорд. Счет 2-6 в пользу коллектива Старкова. Логичный для многих логичный результат. О регрессии Роттерхэма мы говорили еще до этого перерыва. Сейчас он продолжается в этом матче. Но вот по Брентфорду у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, команда это с остальными, что называется, ними? Или все-таки рано или поздно они осечку-то допустят? Ну, не похоже, что ребята как-то могут сейчас хотя бы допустить в ближайшие туры. Команда очень-очень физически подготовленная. Ребята молодые, бегают. Они просто перебегивают своих, да, своих оппонентов. Это действительно очень тяжелая команда, с которой очень тяжело играть. Но все-таки и у них есть, я считаю, свои какие-то осечки, особенно в защите, особенно после пропущенного мяча. У них действительно есть такие ошибки, но они это нивелируют своей атакой, я считаю. Это... Да, безусловно. Но ребята очень молодые, очень много двигаются. И там очень много ребят, которые, если не все, имеют определенную школу в своем активе. Да, там да это чувствуется, это действительно чувствуется. Вот. Поэтому, собственно, они и занимают первое место. Сейчас посмотрим, как будет развиваться в дальнейшем Брентфорд. Очередной матч, обзор которого у нас заготовлен. Матч команд Сканторп-Чарльтон. Счет 4-2 в этом поединке. И давайте перемещаться и смотреть, что происходило на поле. Итак, начинается этот матч с вот такого 11-метрового удара. Ну, в нашем случае мы просто назовем пенальти. Неожиданный достаточно для многих результат. 4-2 в пользу команды Сканторп. Но вообще, кстати, вот, Вадим, по Сканторпу, вот, это ваш конкурент в первую очередь? Или же это все-таки команда, которая... Ну, абсолютно недосягаемо уже до Арсенала, до Брентфорда, несмотря на их 7-е место вот сейчас итоговое. Хотя у них отрыв 5 очков всего от вас. Ну,
так как со Скантропом мы уже успели сыграть матч, команда неплохая команда. Опять же, замечу, что не могу даже назвать, какая же все-таки плохая команда у нас в лиге. Но я думаю то, что... Кстати, интересно было бы узнать, на самом да, деле. Даже сложно сказать, даже сложно предугадать, какой будет счет. Скантроп все-таки, я думаю, будет бороться до конца за хотя бы за пятерку. Мне кажется, команда достойна вот этих, вот этого вот места. Вот выше, вот хотя бы пятое место, мне кажется. Потому что действительно хорошая команда, очень атакует хорошо, но все-таки с реализацией у них такие же проблемы, как, может быть, и у нас, только похуже, может, еще. Ну да, просто для многих именно Скантроп-команда такая достаточно загадочная, несмотря на то, что 7 туров уже позади, никто не понимает, чего вот от нее ждать. Вот в данном случае обыгран Чарльтон, 4 они им закатили, но при всем при этом назвать их какими-то борцами за лидирующие позиции, но я не знаю, то есть я в первую очередь поэтому у тебя и хотел поинтересоваться, вот на что они могут претендовать в этом сезоне. Ну, может быть, это все-таки стало то, что слишком рано с ними сыграли, тяжело сказать именно, что же будет дальше. Может, еще пару туров, может, 5, и мы поймем все-таки, на что рассчитывает команда. Ну, я думаю, это с экватора чемпионата уже станет отчетливо понятно о том, где эта команда будет располагаться и, собственно говоря, что ее ждет во втором круге. Да, я думаю, что так. Это действительно так. Ну да, Честер Уиган, счет в этом матче 3-7. Уиган, вот то же самое, в принципе, тот же самый случай, только Уиган, наверное, еще гораздо более мастеровитая команда. Поднялся этот коллектив уже на 4-е место, забил 7 мячей Честеру. И вот я думаю, как раз с этой командой и будет у вас основная борьба за вот эту вот тройку, в том числе она поучаствует. Потому что разрыв у вас минимальный, сейчас после этого 7-го тура всего 2 очка, да, как ты считаешь? Да, я еще не играл с этой командой, но читал обзоры и слышал вообще про эту команду. Говорят, что очень бегающая команда, очень Да, я видел одну игру их на самом деле, я согласен с тобой. Так что, ну, будем ждать игры. Будем надеяться, что все-таки мы одержим победу. А вы, кстати, я вот посмотрел расписание, не следующую ли игру с ними играете? Я не очень хорошо помню, потому что очень много посмотрел всего сегодня. Вот именно следующий тур, по-моему, у вас как раз-таки с Уиганом, да? Честно, не совсем помню. Не помню я тоже. Ну, посмотрим обязательно. Просто если это так, то это будет, очевидно, центральный матч тура. И, собственно, завершим мы матчем Рейдинг Дерби Каунти. Дерби Каунти очень похожий коллектив на Роттерхэм по их развитию, по их движению по турнирной сетке за эти 7 туров. Рейдинг же наоборот, в принципе, схож с вами, ваш основной конкурент по 16 очков. У вас была очная, кстати говоря, встреча? Нет, с Рейдингом у нас еще не было. У нас был Дерби Каунти. Это был первый тур, насколько я помню. Ну, вы выиграли, насколько я помню, по-моему, минимально, да? Да, это мой, скажем так, золотой матч. Да, я забиваю на последней секунде и помню этот матч всю жизнь. Так что, да. Но я думаю, что у тебя будет еще ряд золотых матчей, которые тебе останутся в памяти. Это был первый матч в этом сезоне за Арсенал после возвращения, так что это был действительно приятная игра. Я думаю, пофееришь еще. Еще пофееришь, я уверен, практически. Вот. Но давай, завершая наш такой вот обзор этого тура, все-таки немного с тобой попрогнозируем на предмет движения команд. Допустим, Брэнфорд и Арсенал, команды, которые застолбили за собой первую и вторую строчку. Третья, с твоей точки зрения, какая команда займет третью строчку в вашем турнирном листе? Ну, думаю, это либо Рейдинг, либо Уиган. Но все-таки мне кажется, что именно Уиган, потому что действительно то, что я слышал про команду, достойно. Но Чарльтона здесь уже нет. Не знаю, с ними не играл и не слышал про них ничего. В обзорах про них пишут, что просто крепкая команда. Ну, нужно посмотреть. И уже определиться, я думаю, можно будет также после первой половины, после первого тура. Ну, я все-таки, наверное, считаю, что Уиган. Уиган. Ну, посмотрим. Да. Посмотрим, как будет это все, собственно, происходить, как это будет развиваться. Друзья, на сегодня это все. У меня был в гостях Вадим Житарь, игрок команды Арсенал Б. Вадим, спасибо тебе. Друзья, ну и, собственно говоря, до новых встреч через неделю в этой же студии. Играйте в футбол. Всем пока.